Чувак, это же донат, я этому очень рад. Вот вы смеетесь, а у этого человека есть фит с Моргеном. А я вот недавно у Алишера был, я даже не знал, что он про это рассказал в Телеграме. Я сегодня сделал репост в Телеграме, если вы увидели, там Алишер написал: «Ксюша Собчак, Гордон, Дудь, простите, но фреймтеймер вас вы... в плане интервью». Видели кто-то эту штуку? Он выложил у себя. Так вот, как это произошло? Мы же находимся, так сказать, оба в Дубае, и я собирался спать. Ложиться. Было время почти 6 утра. Вот это был тот день, когда я в Телеграм выкладывал, помните, типа, я проснулся посреди дня, типа, все темно, я ничего не понимал, сколько я спал и так далее. Вот. В общем, ребята, я вчера поехал снимать в 6 утра и даже не ложился. Потом приехал, в 12 лег спать, потому что не смог держаться. Просто очень хотел спать. И вот проснулся в 6. У меня в 6. По дубайскому времени. А что вообще дальше делать с этой жизнью? Теперь. Как существовать в этой вселенной? Как будто бы я проспал всю свою жизнь. Какой сейчас год, ответьте мне? Что популярно? Потому что я в 6 утра, мне написал Алишер, типа, чел, а что ты делаешь? А не хочешь приехать ко мне, типа, снять видосик? И я такой, ну, чувствую, что намечается что-то интересное, что-то, так скажем, легендарное. И я говорю, да базару нет, я сейчас прям такси вызываю и приезжаю. И я приехал, и снял, и получилось живо. Не знаю. Короче, я в свое время задумывался о том, у меня даже был опыт такой. Вы же знаете, что я, в принципе, очень хорошо могу разговаривать, так сказать, располагать людей. И у меня есть определенный скилл вот этот. И я помню, мы снимали так видео о Фоне. Если вы помните, у Афони было интервью целое такое, где я ходил с ним по всему его жизненному пути, так скажем, где-то в барбершопе, еще где-то, и задавал ему всякие вопросы, как будто бы от лица подписчика. И тогда писали в комментариях, там один из самых топовых комментариев был, что типа оператор, который вот типа за кадром красавчик, типа там. Вот сейчас я сделал очередную такую штуку, и я в свое время задумывался. Мне, наверное, стоило просто взять, открыть канал на Ютубе и вот так вот разговаривать со всеми, так сказать, звездами, которые мне знакомы и которые интересны вам, потому что я чувствую, что многие интервьюеры, так скажем, подходят к этому слишком серьезно, подходят к этому слишком с какой-то там политической позиции, со всяких вот таких вопросов. А мне всегда были интересны люди, и всегда мне люди были интересны именно как люди, то есть с их людской стороны. Или если ты способен докопаться до нутра человека, там могут быть такие истории. Вот по мне, ну это можно сказать. Например, кто меня позвал на интервью? Никто меня не позвал на интервью, потому что подумали, ну чё чел там, оператор Моргенштерна видосики снимает. А вы же слышали истории, которые я рассказывал из своей жизни. Прикиньте, если какой-то интервью бы меня позвал, и, ну, насколько это было бы сильно. Но никто в это не верит, потому что никто не верит в человеческое нутро и в жизненный путь. Вот, поэтому, возможно, со временем я даже что-то подобное сделаю.